Извини, можно задать один вопрос? Можно? Я сейчас столкнулась с Сергеем. Вы все еще женаты? Ты знаешь, мне кажется, что мы недостаточно знакомы, чтобы ты задавала мне такие личные вопросы. Но да, мы все еще женаты. Как Рик и я. Вы замечательная пара, ты и Рик. И, посмотрев на твоего мужа, я поняла, что тебе нравятся невысокие мужчины. Какие мы прозорливые. Ну, прости, пожалуйста, не хотела тебя обижать. Это была дурацкая шутка. Мне хочется, чтобы между нами не было напряженности. Прости, Оль. Я могу называть тебя Олей? Ну, допустим. Мне хочется, чтобы мы стали подругами. Я приехала сюда не для того, чтобы вмешиваться в вашу личную жизнь. Артем Борисович позвал меня на замену, и это все. Не рассматривай меня как угрозу. Я могу пригласить тебя на чашечку кофе? Мы хотим.